Меня зовут Гражина, я из Беларуси. Приехала в Маргейт я на двухнедельный языковой курс интенсивного английского языка. Школу в Маргейте я выбрала через агентство и выбрала ее потому, что это относительно небольшая школа и город находится на побережье. Отсюда открывается очень красивый вид на море. Живу я в семье. Семья у меня очень хорошая, и особенно в первые дни они мне очень помогли найти школу, добраться до ЖД вокзала, автовокзала и так далее. Школа сама выбирает семьи для студентов, поэтому никаких особых происшествий или неприятных моментов никогда не происходит. Учителя, с учителями нам тоже здорово повезло, потому что они используют всякие неординарные подходы к нашему к обучению. Уроки проходят интересно, играем в игры, но кроме того много и чего нового узнаем. Из аэропорта я приехала на автобусе, что довольно легко сделать, но если вы не уверены, то школа может организовать машину, которая приедет вас, заберет и отвезет за определенную плату, конечно. Каждые выходные школа с учителями совместно со студентами организовывает различные поездки, например, в Лондон, в Оксфорд, в Кентерберри и другие города, которые находятся вокруг Маргейт. Поэтому, кто желает, может также присоединиться. Больше всего мне понравилась идея с клубом для студентов, которые могут прийти каждый вечер в школу, поговорить, посмотреть фильм или просто попить чай. Это нас всех как-то объединяет и позволяет нам познакомиться друг с другом поближе. Я очень рада, что приехала сюда, попала, и, конечно, я вам рекомендую выбрать школу Маргейт.